Кокосовая вода – один из самых полезных напитков для человека. Многие путают ее с кокосовым молоком, а некоторые и вовсе не знают о ее существовании, хотя напиток свободно продается в супермаркетах и является полезнейшим продуктом. Но прежде чем говорить о всех прелестях кокосовой воды, нужно понять, в чем ее отличие от молока. Кокосовая вода находится внутри еще не созревшего ореха, а вот молоко и масло появляются после переработки мякоти уже спелого плода. Их так просто не добудешь. Правда, отведать воды из магазинного орешка не получится. Кокос-то уже созрел, именно поэтому такая вода продается отдельно. Так чем же она так полезна? Для примера возьмем кокосовую воду Фока, которая является отличным альтернативным вариантом, другим освежающим, но чаще всего не очень полезным для здоровья напитком. Кокосовая вода – это диетический продукт. Ее калорийный состав – 18 килокалорий на 100 грамм. Любая девушка, которая боится поправиться, прекрасно знает, что это совсем немного. А еще кокосовая вода уменьшает стресс и мышечное напряжение. Накричал начальник, расстались со своей второй половиной, попей кокосовой воды, и сразу станет легче. Ссылка в описании. И это, кстати, далеко не все полезные свойства напитка. Однако многие экономят и не покупают кокосовую воду из-за ее дороговизны, предпочитая соки, газировку, энергетики того же объема, потому что они дешевле. Однако кокосовая вода оправданно стоит дороже. Это натуральный продукт, без сахара, гипоаллергенный, поэтому подойдет для всех возрастов, к тому же этот напиток улучшает кожу. А если вы любите путешествовать, ведете активный образ жизни, тем более пейте кокосовую воду вместо всяких соков, энергетиков и газировок. Ну и, конечно, живите в свое удовольствие вместе с Фоко. И This is Media.